Аквапарки Турции – это просто находка для любителей активных развлечений и экстрима. Это атмосфера праздника, буйство острых ощущений и целый день незабываемого удовольствия. Аквапарки Турции – это головокружительные аттракционы и захватывающие дух горки, бассейны с волнами и искусственные речки, а в промежутках – море эмоций. Аквапарк Троя на фоне других аквапарков Турции выделяется своей весьма оригинальной тематической стилизацией под глубокую античность. Находится он в Белеке на территории современного роскошного отеля Rixos Premium Belek. В самом центре аквапарка находится огромнейший троянский конь в натуральную величину, таким, каким его описывают в мифических легендах. Также есть сторожевая башня практически той же высоты, что и конь. С коня и башни можно спуститься по нескольким захватывающим водным горкам. Всюду в парке можно заметить элементы, характерные для тех времен. К примеру, шлемы и щиты. Все здания внутри также выполнены в стиле Трои. Для экстремалов в аквапарке Троя есть две огромных горки с говорящим названием «Камикадзе», спускаясь по которым набираешь достаточно высокую скорость. Казалось бы, такое смелое название должно отпугивать туристов, но не в этом случае. От желающих почувствовать себя настоящим камикадзе нет отбоя. В аквапарке сделан целый корабль для увлекательных игр с маленькими горками и неглубоким бассейном для самых крошечных посетителей аквапарка. Поэтому не стоит бояться и можно смело брать малыша с собой. Горки оснащены по последнему слову техники, и дружелюбный персонал гарантирует комфортный и беспроблемный отдых. Если накупавшись вы проголодались, не беда. На территории аквапарка Троя расположено несколько кафе, в которых предлагают разнообразие напитков и блюд традиционной турецкой кухни. Около аквапарка Троя находится небольшой дельфинарий, в котором можно посмотреть захватывающее представление с участием морских котиков и дельфинов. За отдельную плату можно поплавать с дельфином и, конечно, сфотографироваться. Если вы не можете жить без острых ощущений ни дня, если постоянно хочется развлечений и адреналина, аквапарк Троя в Белеке ждет вас.